Привет, ребят! Закончился 2018 год, и мы переворачиваем страницу War Thunder 2018 на 2019 год. Видео это про двух читеров, которые под конец года встретились в бою. В бою неравном. Ну, как по мне, для них честно. Оба были на читах. Уходящий год, вернее ушедший год, показал нам, что читеров War Thunder становится все больше и больше. Причина этого, как по мне, распиздяйство корпорации Gaiden Entertainment, а именно руководство War Thunder не хочет ничего предпринимать. Читер этот не майор X, а игрок с ником, у него подключение к ведущим боям, игрок с ником ответил. Парень купил себе премтехнику, да? Давайте заглянем к нему. Сейчас я, наверное, нажму на паузу, чтобы не шумели его траки. Заглянем к нему в корзинку. Игрок с уровнем 28, послужной список его вот такой, 274 боя, и вот такая у него табличка техники. Покатал он немного, но как мы видим, уже успешно. Игрок уже имеет 72-ку, 55-ку. Ну и некоторые премиумные машины, как ИС-6 и Объект 120. Объект 120 машина хорошая, а в руках читера это просто убийственная машина. Как вы все знаете, у этого Объекта 120 кумулятивный боеприпас чересчур завышенного действия. То есть такой кумулятив, что попал куда-нибудь в антенну или в пулемет, кумулятив взвелся и уничтожил весь танк. Гайдзины об этом знают. Репорт этот был создан мной, и ими уже отмечен, что принято к рассмотрению, но так ничего и не рассматривается. Понятно, машина премиумная, надо, чтобы она продавалась. И вот такая ситуация. Ну, кумулятивный боеприпас с его действием завышено, это одно еще дело, а вот читеры, это совсем другое дело. Продолжаем наблюдать, ребят, как бы печально это не наблюдается, но... Этот бой мне понравился. Поржал я немножко, посмеялся, получил удовольствие от просмотра. Усаживайтесь поудобнее. Будем смотреть повтор. Перед этим я вас хочу всех поздравить с наступившим Рождеством. Пожелать вам всем счастья, здоровья, здоровья и счастья вам и вашим близким, вашим семьям. И всего самого-самого-самого наилучшего. Чтобы все у вас было хорошо, чтобы было у вас в жизни добро и мир. Самое главное, что нужно в жизни? Мир, добро и достаток. С Рождеством у нас, ребят, и с наступившим Новым годом. Давайте смотреть на наших читерков. Первый игрок с ником отметил. Второй игрок, сейчас вы, ребят, поймете все. Вот наш товарищ выгребает, нормализует скорость, выгребает на горку и начинает вот так вот. Вот начинает вот такие вот действия. Раз. Попадание. Следующий выстрел. Но здесь уже все ясно, ребят, что игрок читер и что его нужно блокировать. Я не знаю, по какой причине его не блокируют. Что нужно еще гейм-мастерам, да, чтобы заблокировать этого игрока. Как мы все видим прекрасно, да? Игрок целится через препятствие по маркерам танков противника и ваншотом уничтожает их. Ну понятно, танк позволяет. Вот такой игрок у нас. С ним здесь все прекрасно, все предельно ясно. Ну я не знаю, почему гейм-мастера ни хрена не делают.
вот такими игроками, ребята. И ладно, был бы этот один игрок, их много таких. И они свободно играют спокойно, вот так вот, свободно, не стесняясь. И это только вот такие открытые игроки, да, играют, не стесняясь. А сколько таких, которые стараются, вот сейчас у нас второй игрок в этом бою, будет тот, который старается. Старается скрыть, да, но не выдерживает и раскрывается. Вот, уничтожили нашего четверка, его подсветили, и леопард его уничтожил. А мы перейдем к читеру с другой стороны команды. Вроде как все по-честному. Вот наш игрок, ником Bait77 из полка Града. Смотрим на СТБ-1, как он себя ведет. Игрок этот старается скрыть, берем списки, старается скрыть это дело. Он видит игроков, видит БМПшку, видит БТ-5, видит вот там 54-ку. Видите, вот три позиции, БТ-5, 54, БМП, и он между ними вот водит, между ними туда-сюда в осторожничестве смотрит, кто из них раньше появится в просвете. То есть игрок старается, видите, старается смотреть не на маркер, но мы все прекрасно уже можем понять, что игрок видит эти танки противника, он понимает, что они там есть. Вот здесь сейчас он раз. Здесь, да, как бы вроде бы все честно, ну, блядь, чтобы знать, что там выйдет БМП, туда нужно сначала посмотреть. Вот 54-ка двигается, он ее уже смотрит. И кто бы там ни говорил из тех там, моих там недоброжелателей, да, что тут все честно. Вот, видите, раз и доигрался. Кто его уничтожил, как вы думаете, ребят? Смотрите, кто его уничтожил. Отметью на Т-55АМ-1. Вот так. Ну, мы все прекрасно знаем, как он его уничтожил. Мы это видели перед этим, как он работал, этот отметил. Ну, не беда, подумал Бейт. И решил взять еще один танк. Type 61. И продолжает свое осторожное шествие по полю боя, да? Чтобы поиграть, так сказать, в свою нечестную игру. Читеры заполонили уже War Thunder. Виноваты в этом как Гайдзин, так и сами читеры. Вина их одинаково лежит на их плечах. И ответственность за провал проекта War Thunder будут нести и руководство, и читеры. Вот БМПшечку мы уже видим, встречаем. БТ-5 далеко он нам не помеха, БМП надо работать. Он пытается ее работать. Накинула дым и оп, ногу слил. И смещается влево. Игрок что делает? Он тоже смещается влево. И типа щупает. Правее такой щупает, видите? Немножко правее. Как честный прям игрок. Ну а левее посмотреть что-то нет. Мы теперь видим, что танк стоит левее, он, видите, осторожненько, у него башки что ли нет? Не, башка есть. И вот он уже как бы по выстрелу, да, навелся. Вроде бы все в рамках правил, но у нас есть, видите, еще 54-ка стоящая. Он делает вид, что осматривается по сторонам, такой прям вау. Ребят, как бы вы ни старались, как бы вы ни смотрели, вас видно сразу же. Вы получаете информацию лишнюю на экран, и вы паритесь по этой информации. Как вы... Это просто дико и смешно выглядит, как вы так пытаетесь. Вай, такой прям осматривается, такой честный прям. Ну ты ж, сука, с этой 54-ки глаз не сводишь, назад смотришь. А вот тебе этот выстрел, еще один. От кого этот выстрел, как вы думаете? Отметь его. Т-55АМ-1. Да что ж ты будешь делать, подумал читер. Сука, как вы думаете, что сейчас делает этот игрок? Его сейчас бомбанет, но не покинет этот бой. Вот что он делает, смотрите, это просто... Все, это была последняя капля в чаше его терпимости. Убираем фиски. Охота на читеров началась. Достал ты меня, блядь, отметьем. Готовься. Четверо злых японцев прут. Читер против читера.
Проверяемся. Приходим на место. Паркуемся и... Ребят, как вы думаете, куда будем целиться? Ну, вы видели, да, где бинокль застрял? Оп. Я немножко замедлил. Оп. Прицел. Смотрите. Ну, там нет никого. Вы все прекрасно понимаете, ребят. Но там никого нет. Ну, игрок видит немножко не так, конечно, но видит он прекрасно, кто там есть. Нормализуем скорость. Выстрел. Куда попал? Куда ж ты попал? Прям! Молодец! Раньше тебе нужно было так делать, раньше! Ну, второй выстрел. Давай. Ускоряемся. Выстрел. Вводим затмитивым. Опа! А он сбежал, он понял, что ты тоже читер, и свалил. Вот так, ребят. Вот так вот уже. Скоро уже будет у нас отряд читеров на отряд читеров. War Thunder. Это War Thunder. Читеры против читеров. Скоро будем искать честных игроков в бою. Но тут он решил вообще, прям, 54-ка пролетела снарядом его над головой. И он решил развернуться. На тебе, блядь. Да. Небольшого ума человек, играющий на читах. Вот так вот. Поиграл. Повтор был любезно предоставлен моими друзьями. Спасибо вам большое, что мне помогаете. Очень хорошее дело делаем. Как бы там ни говорили, борьба это с мельницами ветряными или с чем-либо еще там. Тяжелая, конечно. Ребят, ну я не сомневаюсь, что мы делаем дело правое, и победа будет за нами. По крайней мере, пока жив War Thunder. И всех неравнодушных, ребят, прошу помочь в этом деле. Увидели читера, действительно читера. Посмотрите повтор, запишите время, временные тайминги, когда он, плюс-минус 5 секунд, когда он стреляет через препятствие по противнику. И нажмите вот так вот на игроке. Вот здесь, допустим, да, у нас, где тут наш этот пейц или, да, вот на этого можно прям смело. Нажимаем, открываем этот повтор, нажимаем здесь запрещенные модификации, пишем текст, то есть время и действие. Запятая, точка, время и действие. И в конце одной из временной рамки, там какую-нибудь, самую яркую, и нажимаем пожаловаться. И все. Достаточно от каждого одного репорта на игрока. Только на разные повторы, ребят. Нельзя спамить на один и тот же повтор, спамить этими репортами. 2-3 еще нормально. Если начинает там больше 5 на один и тот же повтор боя, то это уже будет считаться как спам. Ну, возможно, 5, может 10. Желательно лучше 2-3-4 репорта на игрока, и все будет нормально. Еще раз, ребят, благодарю всех за вашу поддержку, за ваше внимание и за ваше понимание. С Рождеством вас всех. До новых встреч. Пока-пока.